Собой очень редко встречаетесь, потому что первое же собрание, которое состоялось, вытряхнуло массу проблем, которые есть у вас, и мы сейчас все их решили сразу говорить. Мы услышали ваши проблемы, и мы даем вам ключ к решению этих проблем. Хотите вы воспользоваться этим или не хотите, это ваше право. Поэтому я предлагаю завершить сегодняшнее наше собрание. Вы хорошо обдумаете всю ситуацию. И если созреете, если есть такое решение, есть председатель сельского совета, созванится наши представители, приезжают и заключают договор. Если такого согласия нет, ну что, ну насильно мил не будешь. Поэтому спасибо за совместную работу. До свидания. Скажите, шахта наша, и рабочих привезете своим самолетом. Скоп, не делай.